И на самом деле есть проблемы, которые требуют, вопиют и требуют своего решения, и зависит от того, насколько современники этим пользуются. Тем, что называется, нельзя доводить дело до необратимых процессов. Тогда, когда ты можешь даже не ожидать ничего, если скажешь «давайте забудем», то есть само слово «давайте забудем» будет не подходить к ситуации. Время уйдет. Поэтому в этом плане армянскому обществу надо на самом деле признать, что не подобает вот такие ложные инсинуациям прибегать к ложным, травмировать людей не только в Азербайджане, да и самой Армении, надо признать. Эти два народа живут по соседству, и они обречены на сотрудничество, на понимание друг друга. До каких пор мы будем свидетелями того, что происходит даже и сегодня? Льется кровь, страдают люди, пока еще не поздно. Если есть здравомыслящие люди среди армянских политиков самой Армении, то я призываю их более внимательно отнестись к тому, что произошло в Мюнхене, образумить того же Пашиняна, чтобы он не портил мнение в целом об армянском народе. Нелепыми рассуждениями и обвинениями, несостоятельными обвинениями в адрес азербайджанцев.